Морожка – одна из самых полезных ягод. В ней содержится огромное количество витаминов С и А. Чтобы припасти немного витаминов на зиму, рекомендую приготовить джем из морожки. Джем из морожки – отличный источник витаминов в зимнее время. Хранится он долго, и потому насыщать организм витаминами А при помощи этого джема можно круглый год. Сама по себе морожка – очень вкусная и интересная ягода, и джем из нее, соответственно, получается тоже очень оригинальный. Он отлично сочетается с блинчиками и оладьями, его здорово использовать в выпечке. В конце концов, баночка домашнего джема из морожки – это отличный подарок друзьям. Надеюсь, мой рецепт вам понравился. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Ягоды хорошенько промываем и перебираем, сахар заливаем водой, ставим на плиту и кипятим. Когда сироп закипит, всыпаем в него наши ягоды. Ягоды в сиропе варим на медленном огне в течение 30 минут, периодически помешивая. Снимаем джем с огня и перетираем его через сито. Чтобы избавиться от косточек и шкурок, перетертый джем отправляем обратно в кастрюльку и варим еще 5-8 минут на медленном огне. Джем получится не слишком густым, так и должно быть. Затем горячий сироп разливаем по стерилизованным баночкам, закрываем и ставим в прохладное место. Уже через несколько часов джем в банках застынет и приобретет нужную консистенцию. Подписывайтесь и ставьте лайки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Морожка 1 кг, сахар 1 кг, вода 0,5 стакана, количество порций 3-4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Удачи!